Команда, для меня команда это значит дух, который всегда вместе. Это люди, которые вместе, всегда. Это люди, которые не обязательно любят братьями. Это именно все сплоченное. Вот. По мне, такая команда это сплоченное что-то. Коллектив, люди, которые работают вместе, объединены общим делом. Это много человек, которые друг другу помогают. Команда – это когда, например, человек кем-то командует, говорит что-то, и по его команде что-то выполняют. Вот. Группа людей, которые занимаются какими-то общими интересами, им нравится это делать. Если в команде можно поссориться, что-то сделать, сказать не так или сделать не так, и сразу все будут говорить: «О, это ты все!» Там всегда есть люди, которые поддержат тебя, помогут, подскажут правильный ответ, как выйти из той или иной ситуации. А я так думаю, что команда – это, можно сказать, такая дружная семья, в которой нельзя спорить, быстро думать и решать. Если будет одно неверное движение или одна мысль, то можно где-нибудь проиграть. Думаю, в команде нужно быть дружным и старательным, чтобы пройти, можно сказать, какой-нибудь уровень.